Но перед просмотром моего ролика обязательно оцените магазин Торнадо Геймс. Здесь самые низкие цены среди других магазинов. Большой ассортимент товаров, отзывчивая поддержка и самое главное это гарантии. На данный момент здесь идет распродажа топовых игрушек по цене мороженого. Ссылочка будет в описании, успевая покупать с выгодой. Всем привет, дорогие подписчики, с вами снова я, Диман, и сегодня у нас будет новенький экспериментик в игре GTA 5. Друзья, уже очень давно на моем канале не выходили эксперименты, и знаете, я подумал, а почему бы нет, да и почему бы нам... Тихо, осторожно. Так вот, почему бы нам не записать один очень интересненький, на мой взгляд, экспериментик, а именно попытку остановить поезд достаточно неординарным способом. То есть, друзья, как вы знаете, поезд пытались остановить и супергероями, и при помощи огромного взрыва, и только чем его пытались не остановить, я уже даже и не вспомню. Очень много интересных моментов, но, друзья, вот этот эксперимент позволит нам немножечко проделать все то же самое, но только... достаточно, ну, как сказать, достаточно эпичная, на мой взгляд. А самое главное, эксклюзивно, потому что еще этого на Ютубе вообще ни на русском, ни на английском не было. Поэтому, народ, что я планирую? В общем, я планирую перетянуть в такой вот канат между какими-нибудь предметами. Как вы знаете, этот канат цепляется у нас к любому вообще предмету. То есть мы можем поставить и деревья, и машины, и поезда, и корабли, и что только мы можем не поставить и попробовать остановить этот поезд. Как вы знаете еще также, что эта нить, она вообще не рвется. Поэтому, друзья, тут либо, не знаю, что произойдет, либо земля встанет, либо же поезд встанет. Короче, что-то два, точнее, одно из двух. Тут, в принципе, друзья, сейчас мы это и проверим. Можем соединить вот этот вот и с вот этой темой, то есть вот эти вот два указателя и посмотреть. Ну, короче, друзья, сейчас мы это все, конечно же, с вами проверим, посмотрим, что будет. Так, ребят, ну, короче, смотрите, я поставил два вот таких вот контейнера и сверху них машины. Вполне вероятно, что эти машины он просто сдвинет с места, ну, а потом мы их поставим куда-нибудь вот, он уже едет, вот куда-нибудь сюда и туда. То есть, друзья, вы понимаете, что может быть, да, как бы? Вот так вот мы натягиваем нашу нить, поэтому мы сегодня все проверим. Ну, а для начала начнем вот с этого простенького эксперимента и, наверное-таки, простенького... Тихо. А хотя давайте смотреть. Что, прости? Что, прости ты меня? Скажи, ты... Какого черта вообще это происходит? А можем мы его остановить какими-нибудь нитями? Ай, блин, я не зацепил его. Так, друзья, окей. А, я понял одно, что вот эта вот нить, она вообще никак не реагирует с нашим поездом. Давайте хоть миллион... Ну, или так. Окей. Короче, друзья, давайте попробуем поезд остановить теперь другой темой. Мы попробуем его... привязать к какому-нибудь вот такому статичному предмету и посмотрим, а что будет, если же, ну, вот такой вот экспериментик провести. Мне бы было бы интересно посмотреть. Я не понимаю, какого фига он проскакивает сквозь вот эту нитку, как будто ее здесь и нету. Да уж. Ну, ничего страшного, есть и другие варианты, сейчас мы их проверим. Так, ребят, ну что же, у нас едет поезд, и я вот привязал 4 контейнера и... Все эти 4 контейнера должны были, по сути, остановить этот поезд. Ну да ладно вам. Вы что, серьезно? Они, кстати, стали для него теперь огромным грузом. И знаете, что я бы хотел сейчас проверить? Немножечко другую тему. Знаете, какую? Вот такую вот. А сможет ли он с этими контейнерами заехать вот в этот туннель? Да ладно вам! Он реально, он заезжает в этот туннель с этими контейнерами, и для него они реально, ну, практически ничего не стоят. Как будто какие-то вот... Хотя не, или тормозит. Не, не тормозит, друзья. Для него ему вообще насрать на вот эти вот контейнеры. Давайте как-нибудь штук 100 таких контейнеров к нему привяжем, а? И проверим, а что будет. Вот реально было бы круто. Мне кажется, они вообще никак не должны сюда поместиться. Ладно, 4, я еще понимаю. Но 100, я уж точно уверен, нет. А потом мы попробуем привязать данный поезд с одним огромным статичным предметом. Вот это будет реально круто, друзья. Ну и посмотрим, что будет на самом деле. Ребят, вы только посмотрите на эти масштабы. Тут 100 контейнеров. Тут реально 100 контейнеров. Или же даже... Хотя нет, 99. Ну ничего страшного, мы сейчас, короче, сделаем еще один. Вот так вот. Все, друзья. А, в принципе. А теперь. А
А чё он не копируется? Ладно, в принципе, 90... А, не, во, скопировался. 101 контейнер здесь, друзья. Сейчас попробую я это все связать в одно... воедино. Я не знаю, как у меня это получится. И это все вот это говно мы привяжем к нашему поезду. Посмотрим, как он на это отреагирует. Я даже не знаю, друзья. Но вот эти контейнеры реально весят достаточно много. Если 4 он с легкостью сдвинул, то соточку, мне кажется, у него... Ну, блин, не знаю... Двигатель точно должен взорваться. Сейчас мы это быстренько проделаем. Так, ребят, я наконец-таки соединил все 100 контейнеров. Вы просто представить себе не можете. И соединил один из них вот за эту скалу, чтобы они не уползали. Потому что они реально как-то подозрительно пытаются от меня свалить. Но это не мешает мне все контролировать, друзья. Честно сказать, у меня очень сильно уже проседает FPS из-за этих контейнеров, из-за нитей постоянных. Я хз, что вообще делать, но эксперимент нужно проводить, поэтому, друзья, сейчас быстренько мы дожидаемся наш поезд, прицепляем все это дерьмецо к нему и смотрим, на что он способен, а потом просто еще парочку экспериментов с этой ниткой и, конечно же, поездом, и я думаю, на этом мы, наверное-таки, закончим. Поэтому давайте ждать поезд и проверять наш самый основной эксперимент. Так, ну что же, ребята, он уже вот-вот-вот-вот скоро подъедет, и нам нужно подготовиться, чтобы не упустить этот шанс. В общем, вот так вот, и в принципе, народ, я думаю, пора зацеплять, вот так вот. Ам, что за фигня? Во, во, неужели я один не зацепил? Жесть, ну посмотрите на это. Друзья, посмотрите, что творится. Твою мать. Это просто самый наркоманский эксперимент, который мог быть. Куда пропали все контейнеры? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, куда пропали реально все контейнеры? Вот-вот серьезно, соточка контейнеров по-любому бы остановила его. Один такой контейнер уже вон сколько наделал делов. Вы посмотрите на вход этого туннеля. От него практически ничего не осталось, он реально практически разрушился. Куда подевались все 100 контейнеров? Они же только-только были здесь. Неужели игра настолько умна, что пыталась меня развести и обмануть? В общем, друзья, я не знаю, как это объяснить, но 100 контейнеров превратились в 2 контейнера. Охрененно. Ладно, не опускаем руки, у нас есть возможность протестировать наш поезд со статичными предметами и посмотреть, как отреагирует уже он. Поэтому, друзья, давайте проверять. Так, ребят, ну что же, он уже, как обычно, на подходе, и сейчас мы его привяжем к статичному столбу и посмотрим, на что вообще он способен. Он тормозит? Он тормозит? Да ладно. Да ладно. Да ладно вам. А где нити делись-то? А куда подевались нити? Одеваются нити, я не понимаю, они же вообще не рвутся. Ему что, похеру на все, что ли? Смотри, сколько нитей за нами. Смотрите, сколько нитей пытается. Он тормозится? Не, друзья, мне кажется... Мне, походу, просто кажется, но такое ощущение, будто реально заторможенность какая-то все же присутствует. Я хызы, друзья, я хызы вообще, что происходит, но... Вот так вот. Отлично. И на самую кабину, друзья. Что я хочу? Я сейчас хочу просто его остановить при помощи таких нитей, но... Что-то как-то не особо... Чего-то как-то не особо вообще получается, что за фигня? Игра лагнула, что ли, или что? Есть такое реальное чувство, как будто он затормаживается. Или что? Что?
Я так могу бесконечно делать, друзья, но походу нифига не происходит, и эти нити только натягиваются до невероятной. А, кстати, вот интересно посмотреть, они там дальше натянуты или все же оборвались? Я просто вот даже интересно узнать об этом. Так. Где наш персонаж? Франклин. Тихо. Ой, Франклина вот скинули. Так, ну что же. Друзья, вообще нити нету. Да ну нахер. Вот это вы серьезно вообще, что ли? А если мы, допустим, заспавним где-нибудь там подальше какой-нибудь поезд? Реально? И попробуем прицепиться к этому же поезду, этим поездом. А что будет, друзья? Вот реально было бы интересно проверить. Давайте вот так как-нибудь, да? Как-нибудь вот таким макаром мы его сейчас поставим здесь. Вот так вот. И быстренько как-нибудь. Так, вот так вот. Тихо. Ну же. Во! Нифига себе. А у меня игра не сломается от таких вот интересных штучек. Капец. Давайте догонять. Вот реально. Это самый наркоманский вообще эксперимент, который мог быть. Посмотрите. Это жесть. Это какая-то молотиловка нахрен. Капец. Друзья, мне кажется, или у меня сейчас игруха просто взорвется нахрен, или же комп у меня, блин, я хз вообще, друзья, я реально вообще не понимаю, как это вообще возможно, но если мы, допустим, вот так вот сейчас сделаем, я не уловлю его, вот реально не уловлю. А ну-ка, опачки, вот это и кобздец игрухи, друзья, короче, не проводите такие эксперименты, потому что будет потом вот так вот все. Всем удачи, всем пока, ставьте лайк, если понравилось, блин, это просто пиздец, у меня сейчас GTA взорвется или компу пиндец.